Блять, последнюю катку чел играем, ёбаный урод. Почему? Ты мне ж там что-то куда-то звали опять. Ну, там уже до вечера. Палич какой-то СП, Санкт-Петербург. Тайроном играет. Палич, ха-ха, сука. Палыч, наверное. Палыч, ёпта. Чёрный Палыч? Угу. Так, квикдроу он купил. Ну, не знал нихуя, он сразу побежал, если что. Тебе нужен этот ИСА? Нет, ИСА у меня продавался сейчас. Нормально. На тюльде не был. Спасибо, спонсор. Гудляк. Так, там уже говнище. Вонь, ты понял, куда дойти? Так, мина. Ёпта, у тебя тоже такие выстрелы, блядь, мощные. Сука, негрилы ёбаные из-за тебя и меня залепили за углом. Палыч-то труп, да? Походу. Надо кто-то, чтобы выбивал, потому что я ломать буду камеру сейчас. Да как это так, пулемет-то остался на такое время, сука? Хера, где этот клоун-то вонючий, блядь? Ну, он за углом стоит. А, здесь, да, я думал, хэ. Так, я никуда не иду, я за камерами палю. Дети принесли телефон, что ли? Так, правильный ключ. В кабинет директора зайди еще. Он уже не готовился. Блять, ломай. Чего? Сразу выбежишь. Все. Ах ты, ёпта, блядь, капкан здесь, сука. Дарюга старый, блядь, импотент. Ты не взял, да? Мина там, блядь. Да я, ничего страшного, я обойду ее. Урон, блядь, три ключа подмена. Нигер, я готов, нах. Нигер тупит. Я его ёбнул. Как давай. Он тебя не залепил, блядь? Хуй знает. Господь вмешался, давай ставь. Хуй знает. Импотент был выбор хотя бы. Ну это хорошо, конечно. Сука, как? Я не знаю. Чел, блядь, хакер, блядь. У меня со спина в говне. Шо, блядь, у меня со спина в говне, пиздец. Бомбанул пуканчик. Так, зеленая граната. Ручная граната куплена, нахуй. Блядь, здесь вот неудобно его ломать. Нигер, блядь. Ты там вообще должен, нахуй, делать это хуйню. Проебался. Иди нахуй. Меня-то подзакрыл, он там, блядь. Ну хорошо, я думаю, ты успеешь. Интересно, а, он, наверное, с пулемета, когда пулемет включен на него, он все равно может закрывать. Урод, блядь, так, мина. Так, надо подметить, отметить, чтобы крестик загорелся обязательно. Не грело ногой, ты хочешь разминировать? Да,
Да, да, бей, потому что... Вот он, давай, блядь. Тупые лохи, ебать. Ну чё, блядь, Палыч, ёпта. СП. Так, на один на выходе комп. Откуда здесь мина-то взялась? Я ж только там прошёл. Блять, эти пидорасы вообще мин не видят, нахуй, по-моему. Не только у Джилл там в очки одеты. Входим, нахуй. Здесь будет этот ёбаный урод. Ты проорал-то раньше, дурак. Да, сука. Все говно нет, блядь. Так, пускай выйдет, урод, пускай выйдет. Вот он вышел к нам. Чувак, вышел к нам. Граната. Он еще не сдох, он под ногами. У тебя под ногами. Бери, 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 бери. Не дай им это взять. Нервная катка, сука, из-за придурков. В ту комнату последний пойдем, да? Получается. Пидорас, блять. Ладно, иди, иди. Камера не работает, похуй. Я на камеру смотрю уже, когда выбираюсь. Эти там воюют, хуй знает за что, блять. Мы сейчас присоединимся. Да, блять, вот стопудово приду и... они до компа дошли все-таки. Промяли. Как бы, блять, их там... Палыч вообще должен проминать. Палыч, блять. Так, да о чем, мужики, ёпта. Давай, давай, чувак, он заблок... Куда вы пошли-то, дураки, блять? С анимим пробежали, как побежали. Уже эта камера активна, сука. Да он стреляет из винтовки, если что, у него камера защищена. Да. Вижу все. Давай. Эх, блядь, сейчас бью USB-портик-то нахуй. Не-не, нормально, у него камера говно. Игорь, зачем ты сейчас ногу потратил? Ник. Блядь, он там прожался, блядь. Глуши этого пидора. Зайди туда и умри, ёпта. Но он так и сделал, чел. Я за камерой послежу. Я поднимаю ботали пока. Ну, блять, как тебе сказать? И у меня же кольт, не забывай. Все, нахуй, я люк. Ну, понятное дело. Чувак, у меня кольт. Я не смогу снести камеру сразу. Блять, и два плюща теперь на пиздец, а я в ловушке. Я-то тоже отрезан пока. Не знаю, не я меня залом. Погнали, ладно. Теперь ты в ловушке, да? Чего ты? Ульчу нахуй. Убивайте. Да ёбаный, кто наступил, блядь? Да не, хуй знает, может быть и я уже. Нормальная тема, кстати, за поворотиком втыкать. Давай, будем погнали. Палыч лохшара, блядь, тупая. К сожалению, для нас. Не понравилось, что тебе в камеру стреляют, блин. И что ты сделаешь теперь? Заходи, блядь! Понятно.
Мы сейчас уйдем, но это пиздец, какими жертвами будет. Да. Этот вообще прикольно, не врубается. Если один чел в капкане, вы не уходите, пока не, он не нет, не пока ты падаешь, падаешь, там тебя жрут или что-то да происходит, это все, да. Блять, если я ему камеру бы не ломал сейчас, он бы убил бы всех этих, уже давно всех бы нахуй убил бы. Он уже, блядь, там прожался, блядь. Да. Нахуй он делает-то перфект машин, блядь. Не знаю. Крутой, можно... что ли, дохуя? Да, он стоит, он там. Я его наебал. Дальнее право. Дальнее право? Ну, дальнее лево, ёпта, пиздец, дурак. Он не сдох, я его добью. Пидарас, он не знает, как убежать по них. Да, он не знал, так получилось. Меня распидарасило двойной стенкой. Гасите. Гасите эту хуйню. Я вылезу там. Нихуя себе. Нихуя себе, блять. Нихуя себе. Вот он, ну ты-то куда, ёб твою мать. Он сейчас будет ебошить. Осторожно. Он тебя хуярит. Блять, у тебя прицела там, сука, тварь, блять. Он убил тебя, нет? Я его ёбнул. Так, смотрим, центр. Спасибо, что уплотнил. Блять, дробовика вообще заебок. Просто, блядь. Если еще с колена будешь стрелять, я вообще разъебываешь. Ну я тут не рискую с этим пидором. На колено вставать сразу минус мобильность, блядь. Да это похуй. Быстро разбивается зато. Мина! Да, блядь. Ебашьте уродов. Он закрыл камеру, чувак. Можешь пока подождать. Подожди. Я пока подожду камеру, дядя. Подождите, пода... Все, входим, входим, входим. Входим, входим, блядь, нигер. Входим, нет. Блядь, он, сука, цикливая, блядь. Вам на бой сейчас придется их хуярить. Он уже в камере сидит. Он уже мину под вас поставил. Так, я сумку раскинул. Нам надо 60 секунд сделать. Он негра там зажал, что ли? А чё он ничего не делает? Или он нас уже ждет на старте? Не знаю, блядь. Не нарожает пока. Да косни ты, ёпта, урод, блядь.
Муди его, муди там. Мы можем выйти сейчас. Есть! Сука, трахнут был! Питер. Хакер, это сила, блядь! Я запишу там этот раунд, потому... А? Командный дух пахнет, а командным духом пахнет, что-то я получил трофей. Сука, так вообще отлично. Мы сейчас с тобой так вообще играли, в том плане, что особенно там не входить, он на прицеле держит. И говорю, не входить. Хорошо, Палыча подблочили, дебила. Вдвоем. Он не мог зайти, блядь, реально.